Всем привет, дамы и господа, с вами Ниломоб, к нам вернулся Робин Рейс, кролик Робин Рейс. Сегодня мы поиграем на новом персонаже, мы играли уже на первом, на втором, на красном персонаже, значит. Или на розовом я играл? По-моему, на розовом. Сейчас мы посмотрим здесь, вон у меня там какие-то есть ХП, XP. Ой, ресет нам не нужен, давайте на третьем поиграем на розовом и, допустим, на таком вот коричневом. Берем розового, короче. Плеер, напишем, тут даже нельзя писать на русском языке. Нил розовый. Вот так, поехали, пускай будет. Сингл, мультиплей, скоро. Сингл, мы выбираем сейчас себе карту. Я играл в прошлый раз на первой и на третьей. Один, три трек, файв трек, севен. А, один, два, три, четыре, понял. Мы играли на этих двух треках, по-моему. Я сейчас поиграю на восьмом, тут какой-то аквариум. Берем его. Нормал, хар, скор, что-то подгружается. Джик-джик-джик-джик-джик, поехали. Бежим, кролик готов. Розовый кролик, давай, бежим, 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 бежим. Собираем, собираем, собираем. Раз, два, три, налево, хочу налево. У-ху! Кролик супер быстрый, кролик супер няшный. Ой, что-то схватил там, не схватил. Раунд. Огонь, я весь огонь сожрал с этим кроликом. Бежим, 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 бежим. Розовый, розовый кролик, гонщик спиди. Он как Соник, короче, бежит. Смотри. Какие-то собирает зеленые сгустки. Что бы это могло быть, как вы думаете? Это такое зеленое. Ваши предположения пишите в комментах. Кто самое оригинальное предположение напишет, что это такое, это зеленая субстанция, странная, которую кролики собирают, тот получит от меня сердечко. Получит от меня сердечко. Он поставлю на коммент сердечко. Что вы думаете, это такое? Что это такое? Что это он такое тут собирает у нас, этот кролик? Ой, тихо. Главное, чтобы он себе не поджарил свои пушистые, лохматые лапки, этот кролик. И плюс у него же еще имеется хвостик. Хвостик у этого кролика имеется. Ого, какой хвостик. Вон там белый какой. И если он на костре какому-нибудь себе поджарит свой хвостик, будет печаль, будет печаль. Бежим, 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 бежим. Оп, раз, прыжок. А я прям могу перепрыгнуть? Не, зеленую штуку перекрыть. А ну огонь перепрыгнул. Не, его коцает огонь. Даже в прыжке нельзя перепрыгнуть огонь. Что, где вы такое видывали? Тогда напрашивается вопрос. Зачем кролику нужен прыжок в этой игре, если тут нельзя огонь перепрыгивать? Ну не знаю. Об этом история умалчивает. Пока что собираю. Ничем себе не отказываю. Собираю. Беру, 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 беру. И как ни в чем не бывало. Хотя бы один бы до конца бы круг добежать. Хотя бы до финиша было бы интересно. Только обычно пишет раунд там и что-то такое появляется. Так, так, так. Так, это мы сейчас находимся опять на какой-то космической станции. А я думал, что мы будем в каком-то находиться полуподводном каком-то царстве. И там будут рыбки плавать, слушайте. А мы опять на какой-то на каком-то космосе находимся с вами. Так, ладно. Трасса довольно длинная, потому что финиша я не вижу довольно-таки долго. Финиш кто-то запропастился у нас. О, вот он! Ура! Финиш! Congratulations! Ну, я по одному буду кругу смотреть каждую, наверное, карту. Эту я посмотрел. Давайте выйдем в меню. Я хочу сейчас выбрать какую-нибудь другую уже. Синглплеер и выберу какую-нибудь один, два, наверное, я смотрел. Давайте третью. Я надеюсь, что я ее еще не смотрел. Третью карту. Что тут у нас? Лес. Или я в этом лесу бегал? А может быть и нет. Я не помню. По-моему, не бегал. Скажите вы мне. Кто смотрел первую серию, тот точно знает. Что-то, может, они просто немного похожи друг на друга, эти карты. О, нет, я такой не помню таких подъемов. Таких хитрых подъемов. Огонь! Так. И еще, что прикольно, что ты когда хватаешь эти зеленые штукенцы непонятного содержания, ты получаешь себе плюс время своим очкам. Так, бежим, 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 бежим. Кролик, 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 кролик. Налево, направо? Налево давай. Ой, а костер меня сейчас сожжет. Меня сейчас поджарит. Сейчас сделает из моих лапок кроличье рагу. Нет, этот кролик, конечно, лапка. Лапочка еще та, но его лапки не так быстры, как мы себе могли бы хотеть. Так. О, финиш! Я так быстро добежал до финиша. Я себе даже представить не мог, что так быстро у нас все получится. Так, ну что ж, хочется сказать мне по поводу этой игры. Игра такая хорошая. Если можно, допустим, играть с другом, было бы хорошо соревноваться, допустим, кто быстрее добежит. И фиксировать время. Это, конечно, позитив в этой игре. Что можно этого дела
как бы такой, имеется такой соревновательный моментик в этой игре. Плюс там же есть еще мультиплеер, где соревноваться можно с другими кролями. Кто там больше быстрее набегал. Ну, а в целом, игрушка простенькая и довольно-таки веселая. Кролики. Кролики всегда были милыми. Если вам понравилась игра, ставьте лайк. С вами был Неломоб. Увидимся с вами совсем скоро в следующем видеоролике. И это будет намного быстрее, чем наш кролик добегает до финиша. Все, всем пока-пока.